Работы еще не приняты, как бы бумагу мы написали, вот мне сразу то, что работы выполнены, но видите, сыграл урок человеческий фактор непосредственно, не наш, как ни строители, ни производители. Насаждения все нами сделаны, брусчатка уложена, бордюр уложен, асфальт, как бы это, сами видите, все сделано. Все мафы установлены, лавочки, как видите, мусорные, баки, беседки, все установлено. В сроки, мост установлен, все отсыпано, все посажено. Сегодня созванивался с представителем ЦОЖа, она сказала, устраняйте сейчас недоделки, которые малейшие эти остались, и мы придем к приемке, потому что как бы готовы мы были еще сдать 25 числа, так если честно скажу.